Оборудование для анализа воздуха на метеостанциях теперь будут производить в России. В центре импортозамещения петербургская и немецкая компании подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас в Петербурге установлено 25 приборов для определения количества мелкодисперсной пыли в воздухе. Все они иностранного производства. Скоро подойдет срок плановой замены устройств. Новые изготовят уже в России. Комплектующие будут производиться на территории Российской Федерации. То есть уже есть соглашение со многими предприятиями, поэтому это будет практически полностью наш продукт за исключением вот технической документации. В комитете по природопользованию хвастаются. Еще в прошлом году 98% оборудования для экологических нужд покупали за рубежом. Сейчас только 44%. И планируют еще снизить эту цифру. Например, уже строится завод по производству реактивов для очистки сточных вод, которые пока покупают за границей.